Всем привет, вы на канале Игры Games. Сегодня играем в игру для Android Sport Bike Simulator 3D. Гонки на спортбайках. В этой игре нужно собирать подарочки. За подарочки можно будет купить новые мотоциклы помощнее. Так, второй подарочек забрали. Есть также азот. Так, сколько у нас? 400 подарочков. Один подарок, в одном подарочке 100 подарочков. Так. Разгоняемся. О, азот. Хорошо. Полетел. Прям как самолет. Неплохо приземлился. Ай-яй-яй, пропустил, упустил подарочек. Ну ничего. Так, давай, сдавай назад, потому что бензин у нас не ограничен. Если вы увидите, в левом углу есть датчик топлива. И половины уже бензина нету. А я насобирал очень мало подарочков еще. Так. Давай, друг, давай. Есть. Молодец. Ой-ой-ой. Вот это краш-тест. Улетел, так. Азот полетел как самолет. Неплохо приземлился. Так, вот азотик. Каскадерский трюк. Все, закончилось. Так, друзья, мы насобирали 1000 подарков, а мотоциклы продаются в подарочках. Так, что у нас в магазине есть? Вот такие вот разные мотоциклы. 2000 подарков, 2500. Вот это крутой. Так. Ладно, продолжим нашу игру. Поехали. Пешеходному переходу. Так, азот. 1300 подарков. Отлично, нам надо собирать 2000, чтобы купить другой автомобиль. Ой, мотоцикл. Что, пропустил подарочек, что ли? Так, разгоняемся с азотом. Что такое, я ж рядом ехал возле подарка и пропустил. Ничего, этот я точно не пропущу опять. Так, надо выехать на эти контейнеры, там много подарочков. Отлично, краш-тест. Не было краш-теста. Так, что-то ты, друг, плохо ездишь на мотоцикле. Тебе, я думаю, нужно пройти сначала школу по вождению мотоциклов. Так, вот, по всему городу подарочки. Это замечательно, потому что нам не нужно их искать. Они везде рядом. Так, 1700 подарочков есть. 1900. Отлично. Ай, не успеваем. Как жаль. Как жаль, не успеваем. Не успели буквально несколько метров. Так, я уже обрадовался, что мы купим новый спортбайк. В принципе, есть возможность купить, но там другие. Уже если куплять, то куплять, покупать, правильно? Что-то нужно нормальное брать сразу. Вот это дрифт был. Так.
улетел. Так, 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 2200 подарочков, отлично. На один. Вот это врезался в уголок. На один крутой мотоцикл у нас уже подарочки есть. И у нас будет возможность купить еще круче мотоцикл. Так, сдавай назад, друг. И поехали вперед. Отлично. 2500 подарочков позволит нам купить крутой мотоцикл. Сейчас на здание выпрыгнем. Полетел, прям дом перелетел. Вот это, конечно, летчик на мотоцикле. Вот крутой трамплинчик. Так, не это. Так, ладно, сейчас мы разгонимся, там есть. А мы не успеем уже. Уже не успеем на крутой трамплин. Вон он на доме, видите, друзья? Но мы не успели. Наконец-то мы купим новый байк. Так, 1000 подарочков, 1500, 2000 подарочков, 2500, 3000 подарочков. Мы купим вот такой, наверное. Или не? Давайте купим. Какой? Да вот такой давайте купим. Поехали. Так. Это он. Азот. Разгоняемся до 100 км в час. И падаем. Врезался. Так, мне нужно найти ту горку. Напоминаю, друзья, мы играем в игру для Android. Игру можно будет скачать по ссылке в описании под этим видео. Вот наша крутая горка. Сейчас мы чуть разгонимся. Заодно насобираем подарочков. Вот еще одна на доме горка. Давай назад, друг. Куда ты едешь? Так, где горка? А, вот она. На доме. Азот. И полетел в космос. Назад. Задний ход. Ничего, неплохо получилось. Так. Сейчас найдем другую горочку. Так, вот еще одна горочка. Сейчас мы... И там еще одна. Ох, да тут их полно по всему городу. И бензин закончился практически. Полетел. А на дом нельзя выпрыгнуть. Нет возможности. Оказывается, в прошлой гонке я ездил еще на предыдущем мотоцикле, не на новом. Вот новый мотоцикл. Помощнее уже идет. Так. Ищем, ищем высокую горку. Так, надо ехать в центр города. Вот одна есть. А вон вторая. Сейчас как разгонимся. Эти подарочки. Подарочков тут нет. Полетели в космос. Задний ход. Неплохо спустился. Без ДТП.